Аталанта играет средний короткий пас. Такова школа. Гампьера Гасперини. Но это уже слишком просто и... Передачи через центр, образуются коридоры, не всегда успевают. Футболиста Милана. Подача Робина Гозенса. Это легкая добыча для Доннарумы, но... На ближнюю штангу. Еще удар! Но Доннарума. Бомбардира, который за всю свою карьеру в ворота Милана. Внимание, подача. Но здесь, конечно, короткая такая команда, что он отпускает. Ну, пока в процессе такой матч. Победы Доннарума. Минута в матче Милан-Беневенто. Де Паоли, подача. Штрафную. И здорово играет на выходе Джан Луиджи.